Свыше 76 тысяч казахстанцев привились от коронавирусной инфекции за полтора месяца прививочной кампании. До конца марта в Минздраве ожидают поставку очередной партии. В страну привезут еще 180 тысяч доз вакцины. С апреля планируется начать вакцинацию уязвимых групп населения, лица с хроническими заболеваниями, старше 65 лет и другие группы населения. С учетом ежемесячного увеличения объемов поступающей вакцины акимов территорий необходимо предусмотреть развертывание дополнительных прививочных кабинетов с соблюдением условий хранения и транспортировки вакцины. Рассказал главный врач страны о том, что в Казахстане не зарегистрировано других штаммов вируса. Мутированную инфекцию выявили в 110 странах мира. По результатам геномных исследований вирусов КВИ, циркулирующих на территории страны в период с сентября по январь, новые штаммы коронавируса – британский, южноафриканский, бразильский – не выявлены. Дополнительно отобраны пробы в марте месяце и направлены на изучение генотипа и выявление возможных мутаций. За сутки в республике стало на 954 заболевших коронавирусной инфекцией больше. В антирейтинг короноположительных пациентов попали сразу два города. В Алматы 297 человек, в Нур-Султане 127 пациентов. В Шымкенте за последние сутки COVID-19 подтвердился у 17 человек. Опасной болезни подвержены дети школьного возраста. С учетом постепенного запуска обучения в офлайн-режиме мы проводим ежедневный мониторинг заболеваемости школьников. Продолжается регистрация случаев среди школьников. Общее количество заболевших по республике не превышает 0,2% учащихся. В настоящее время карантинные меры применяются дифференцированно с учетом заболеваемости в регионах и в отдельно взятой школе. Впереди долгие выходные. Премьер-министр страны поручил акимам регионов обеспечить в дни празднования Наурыза соблюдение карантинных мер. Не допускать проведения увеселительных мероприятий с большим скоплением людей, тем более, что нас ожидают праздничные дни. Совместно с Министерством внутренних дел и здравоохранением усилить работу мониторинговых групп и строго привлекать к ответственности нарушителей. Спрогнозировали в Минздраве и эпидсценарий апреля. Оптимистичный – до 500 заразившихся в сутки. Не исключает ЦУ и пессимистичный исход – до 1700 короноположительных пациентов. Эффекта от вакцинации ждать пока рано. Спутнику необходимо время на выработку иммунитета. Да и привились пока не так много казахстанцев. Анастасия Новикова, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Утрар».